друзья, вы на канале Катрендекс, у меня Катя, и сегодня мы продолжим играть в игру Ice Egg Down of the Dinosaurs. И наше продолжение — это сила цветов. Очень хочу уже пройти эту игру, она мне очень нравится, поэтому как бы будем проходить. Что тут? Нажмите, чтобы бросить лассо на цветок и качнуться на лассо. Давайте опробуем, собственно, как это? И прыгаем, да? Все. В принципе, досконально все понятно. И ничего тут такого не нужно. Следующее лассо. Так, что у нас? Влево-вправо мы должны уклоняться. Это интересно. Это очень резко все получается. В принципе, интересненько достаточно. Опа! Что-то под... прыгай! Есть! Нет! Фух, зацепился. Бак, пожалуйста, дойди до конца. Кто не знает, мы сейчас играем за Бака. Бака. В последнее время было очень много по хаус-флипперу серий. Потом еще по всему, что можно только было. По Майнкрафту и также по Роблоксу. Вот теперь правильно сказала. Поэтому решила снять. Так, сегодня решила снять. Линго берет. И тупой инфекс. Смотрите, кто тут. Где тут друзья? Веди на завтра постоит класс. Ух ты ж, господи. Что вас так много? Вот так вот. Все вообще круто. Мне подсказывают, что мой противник еще посильнее. Потому что ничего не будет, когда тут маленький, не сильный. Поэтому так как бы небережно не будем. Да? Что? А вот о чем я и говорила, собственно. Вот красный цвет, по идее, значит, означает, что его маленький. А этим тоже... Ой, как у него он мало снимает. Ну, смотрите-ка, этим тоже можно. Этим можно его атаковать. А вообще все равно. Так, сидишь... Нет. Здесь все равно. Ладно, дружище. Я поняла, что ты у нас агрессивный. Я вообще сначала думала, что он будет как бы наш, а потом вспомнила, что такие змеюки не бывают хорошими. Так. Последний снаряд. Все, прям в попу ему. Мультик. Бегу. Оно схватило Мэнни и Диего. Оно что же, хищное? Может, это месть? Небольшой такой мультик. Делаю регулярно скриншоты. Не будем забывать про скриншоты, потому что это надо. Потому что найти скриншот в интернете, ребят, это очень тяжело. И часто я именно свои беру. Первую главу мы прошли. Это очень круто, за что я вас поздравляю. И давайте посмотрим, что у нас в лавочке. Какие-то... коллективы Диносерфинг и Диноцерия. Ну, пока не будем. Давайте продолжим с мягкими. Мультик идет, этот мы пропустим мультик. И вот этот мы посмотрим. Вот этот мультик посмотрим. Что тут? Бак, бежит, куда бежит? Мы внутри! Чувствую, это будет долго, потому что эпизод уже второй. Спокойно, говори. Все хорошо. Ой, гибкий, знаете, тут, все тут. Вообще, это Бак, это хорек или это кто? Я пока досконально еще не знаю. Но мне что-то подсказывает, что это какой-то хорек. Ходи 5 занометов. Ух ты же, блин. Далее тут задание. Сейчас я покажу этому сорняку. О, что-то взяла? Ай, а что это было? Ой, можно убивать. А это можно тут сделать? Нет, мы должны, получается, вот этих тут убивать, да? А что мне это дает? Веди 5 земляных роз. Ой, ты, Бенни. Они пришли не с миром. Их не так. Так, еще. Опа, все, выбили. Вот так, 2 хп. Ща. Оп. Используйте лечо, чтобы справиться со стручками. Какими стручками? Никого нет. А вот этими вот, что ли, да? О, видели? Как это надо? Наверное, последних, кого мне надо убить сейчас. Вот ты, маленький крысенок. Вот так. Оставляю лепестки, пока они не захнут, потом сними лосо. Стреляй лепестки! Не засохнут? Как тебя в капусту порублю? Так, ничего не поняла. Подождите, сейчас я беру клубничку, значит, и беру вот это вот. И как? Вот так как? Нет. Вот это лепестки, это что это вообще? Я не могу ничего. Что-то оно такое? Возможно, другим вот каким-то оружием. Вот этим? Нет, вряд ли. Вот этим? О! Р. Давай. Вот. Что это за мандаринка какая-то странная очень? Нет, его как-то не этим. Вот этим, да? И главное, чтобы сейчас сначала ничего не начал. А то будет обидно. Так, не стреляй, пожалуйста.
просто боксы. Мы с Серегой начали прятаться на этих цветках. Чего? Как? Ну, кто меня же насожрёт? Внутрь цветка отправляется. Ой, ты господи. Ну, эта кислота опасна. Мне нужна защита от кислоты этого растения. А, мне надо бегом бежать на растение, да? Всё? Что? Экран чёрный, ничего не вижу. Мультик! Скажите Баку спасибо за помощь. Ой, господи, было спасибо, тяжело. Бак. Сам ну, было, конечно, тяжело, но интересно было. Очень не сражаться. И знаете, ну, очень понятный сюжет был. Знаете, когда-то мне был непонятный сюжет на никаком периоде. Когда там проходили, наверное, первые серии, может, что-то такое вот, да. А вот сейчас все понятно, знаете. Мне тяжело, поэтому, в принципе, сказать, что тяжело я не могу. Если все говорят Баку спасибо, Баку такой весь классный, что молодец, ну... И вот так вот заканчивается наша серия по ледниковому периоду. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Кстати, мы нашли 3 кристаллика. Может быть, у нас что-то открылось, но нет, пожалуйста. Ничего не открылось. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!